Уважаемые делегаты, на конференции местного отделения политической партии «Единая Россия» из 156 делегатов в настоящий момент прибыло 108. Все они представляют действующие первичные отделения, необходимый кворум имеется. Есть предложение начать работу нашей конференции. Других предложений нет? Нет. Кто за то, чтобы конференцию считать открытой, прошу проголосовать. Решение принято. Конференция Пушкинского местного отделения политической партии «Единая Россия» объявляется открытой.